Стоп, COVID-19. Такова главная тема. Думал, просто простуда. Я только вспомнил о коронавирусе, когда позвонили и сообщили, что у меня положительный тест. Я помню, тот день я был дома уже вечером поздно. Вот, что везут к нам Алексея. Мы готовы были его принять уже. Достаточно побыть в закрытом помещении, коим является автобус в определенной степени, 15 и более минут, и есть риск действительно инфицирования COVID-19. Службы отработали очень быстро, отработали контакты первого уровня, были контакты изолированы, все меры были приняты своевременно. Я с гордостью могу сказать, что наши друзья тоже присоединились вот к этой акции. Как мы ведем себя в таких ситуациях? Это может случиться с кем угодно, но только не со мной. Очень часто в адрес белых людей, в частности в свой адрес, я очень много раз слышал «корона гоу», «корона чало». В переводе с хинди это «проваливай отсюда». Столкнуться с такой ситуацией, когда был бы резкий скачок заболевания, не пришлось? Не пришлось, и надеюсь, что и не придется, потому что все мы делали на опережение. Ситуация под контролем, и скоро мы победим. Сегодня предлагаю взглянуть на ситуацию объективно.